А между тем, жильцам дома 57Б по улице Профсоюзов, где 11 мая уже частично обрушилась стена, все-таки предложили бесплатное временное жилье, а прокуратура начала проверку. Напомню, сразу после ЧП людям для ночевки предоставили автобус, а на следующий день предложили кое-какое место в общежитии за свой счет. Впрочем, в гостиницу и пока всего на 5 дней переехала только хозяйка пострадавшей квартиры Оксана Рыбина. Остальные жильцы предпочли остаться у себя дома. Кроме того, специалистам госжилинспекции, строительного надзора и департамента городского хозяйства поручили в кратчайшие сроки провести обследование здания. Ранее, причем за собственные деньги, жильцам предлагали сделать это самим. Случившимся заинтересовалась и прокуратура, там начали проверку.